какой-то стрёмный фильтр. Это тоже стрёмный. Ну, а пусть будет этот. Так, сейчас, надеюсь, есть звук. Со звуком все нормально. Опять звука нет? Вот сейчас есть звук? Напишите, пожалуйста. Все, супер, звук есть. Так, отвечаю, не выдержала на проекте? Нет, есть на то личные семейные причины, по которым не могу даже там находиться, но и я поняла для себя, что мне сложно находиться в месте, где у меня все мысли зациклены об одном, а мне надо обсуждать другие какие-то проблемы, темы, и меня как-то это все немножечко под... Руки, короче, отпустились. Плюс еще и личные проблемы, поэтому вот. Я в Питере. Ты без фильтров красивая, спасибо. Слышно тебя, супер. Так, меня спрашивали про полуфинал Человека года. Да, я знаю, кто прошел, прошли. Старенькие участники, Яна, Надя и Даниэль. Так, мама, это моя такси. Сейчас идем в такси. Так. Да. Ты совсем ушла? Да, я ушла на совсем. Вот, ну меня ждут обратно, конечно, вот. Я еще об этом подумаю. Бен нормально попрощался с тобой. Он, короче, проводил меня прям до конца, посадил в машину, чуть ли там не. Мне было приятно. Не грусти, нет, все хорошо, все нормально. Просто единственное, было грустно прощаться с девочками, с которыми я очень сильно и хорошо подружилась. Вот. Это был единственный момент, когда мне прям слезы накатывали. Давид еще такой говорит: «О, Лиза, мы же не успели с тобой построить отношения, ты куда пошла, короче?» Я думаю: «Давид, давай, не разговаривай, что тебя еще потом не притянули за слова». Мадан не прошла, получается. К сожалению, нет. Не знаешь, когда у нас тяжение? Все хорошо у них все хорошо, у ребят все нормально. Да, я им недавно помогала делать свидание в комнате. Кто пытался стать мадам с Человека года, она сказала, это... Вот эту информацию я говорить не могу, это буквально там через несколько дней в эфире будет, вот, но это не то, что слить. Это нормально, что человек, который хотел это сделать, он агитировал за себя, соответственно, он хотел, чтобы прошел он. Поэтому... Как Артема с Крисю? Артема с Крисю все супер. Я за ребят очень рада. Да. Ты мне так с Беном нравилась, была любимая пара. Ой, какая пара? Мы даже пары-то не были. Вот сегодня вечером выйдет эфир. Не придавайте ему никакого значения, потому что там все перекручено, все. Сделаны так специально, чтобы сделать интригу, вот. Но я вас просто предупреждаю. Да, грустно, что ушла. Ну, блин, я тоже грущу немножечко. Вот, потому что все-таки очень хорошо дружила с всеми ребятами, меня так все тепло проводили. Вот. Все будет хорошо у тебя, спасибо. Музыка, да. Ушла почему сама? Да, я ушла сама по личным причинам. Вот. Может быть, там в течение малого времени я вам расскажу, почему. Пока не могу сказать. Прошли финал только трое, да. Завтра приход девочек, да. Я надеюсь, что их всех...
ладно. В итоге я саму себя не смогла перебороть. Мадана Морген ушли с проекта вроде бы. Нет, не уходили. Биглина прошла? Нет. Ой, господи, а кто выиграл Малинки вчера? Ой, слушайте, я не помню. Честно, не скажу вам, кто выиграл. Ксения такая же грубая или изменилась уже? Естественно, с появлением Артема и с появлением отношений она стала более доброй, более искренней, более